Иди, жарим, кашеварим. Всем привет! Сегодня с вами приготовим одно из моих самых любимых блюд, а точнее чикен карри. Для этого нам потребуется куриное бедро, перец чили, имбирь, чеснок, лайм, лук репчатый, шампиньоны, кинза, орехи кешью. Я взял обычные сливки, вы можете использовать в принципе и кокосовое молоко. Ну и естественно рис. Рис мы возьмем с вами круглозерный. Погнали! Рис промываем под проточной водой для того, чтобы убрать всю вот эту пыль и грязь. Вот так вот должен выглядеть рис после того, как мы его промыли. Для того, чтобы сварить правильно рис, надо взять соотношение 1:1. То есть 1 стакан воды, 1 стакан риса. После того, как рис закипел, закрываем его крышкой и томим на медленном огне. Пока варится рис, замаринуем куриные бедра. Для этого потребуется нам соль и перец. Бедрышки заранее нарезал на кубики. И добавляем копченую паприку. И все хорошенько перемешиваем. Ну вот и прошли наши 15 минут. Пробуем рис. Обратите внимание, как должен выглядеть правильно приготовленный рис. Нету влаги, ну и естественно, что он рассыпчатый. Значит, готово. Пока разогревается сковорода, нарежем лук соломкой. После чего будем нарезать шампиньоны вдоль круга. Также подрежем 3 зубчика чеснока. Чеснок нарезаем слайсами. В разогретую сковороду добавляем растительное масло. И отправляемся жарить чеснок с луком. В обжаренный лук добавляем цыпленка. Цыпленка нарезаем вдоль круга. К готовому цыпленку добавляем шампиньоны и также подрежем имбирь. После того, как приготовились наши грибы, а точнее шампиньоны, добавляем специи карри. После того, как мы добавили специи, протушили буквально 30 минут для того, чтобы специи раскрылись. Добавляем сливки, либо можно заменить кокосовым молоком. Ну вот у нас уже все готово. Приступаем к подаче блюда. Для этого возьмем рис. Выкладываем рис. После чего сверху выкладываем чикен карри. После чего выкладываем пару слайсов чили. Сверху выкладываем орех кешью. Можно заменить на арахис. После чего натрем чуть цедры лайма. И украсим все кинзой. И всего лишь за час вы получите гастрономический оргазм. Сами возьмите, попробуйте и убедитесь в этом. Всем приятного аппетита. Пока.